Клево всем, друзья. Заканчивается осень, последние числа осени. Наступил выходной, надо ехать на рыбалку, долго думали куда. Всю неделю поливают дожди, решили куда. Поехать на окуня, побоялись, не проедем. Погонять щуку, везде грязь. И вот решили на одно место. Карповый водоем. В нем есть и хищник. Щука, судак. Решили приехать половить в нем. Здесь главное плюс этого водоема — это чистота. Дорожки все отделаны деревом. Ходить удобно. Не надо грязь месить. Это, в принципе, главная причина, почему мы решили приехать сюда. Так что будем ловить щуку, будем ловить на спиннинге. Набрал много разных воблеров, минух. Перерыл свои старые комплекты, понаходил, собрал комплект, взял резины. И вот приехали ловить. Так что, друзья, смотрите до конца. Надеюсь, будет рыбка. Погнали! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть, ребятки, рыбка шла, щип, бах, что-то село. А вообще маленький шнурочек. Шел несколько раз, щип, его щип. Смотрите, друзья, вот первый шнурочек, махонький. Смотрите, какой, чуть больше резины, друзья. Вот такой малыш. Прям вел и чувствовал. Щип. Раз, повис. Беги. Ну вот. Пожалуйста. А этот флоута водил? Ноль. Маленький, но щучка. Коряженчик какой интересный, ребятки. Опа, оп, есть. Ха, ребятки. Маленький шнурочек, прям на глазах сел. Догнал. Вот такая девочка. Беги. Пам-пам. Что? Наверное. Было бы тепло, возможно, вышло бы, а так холодно. Дедушка Флойд. Кто дедушка Флойд? Дед Флойд. Ой, я хлестнул тебя. Ну, дедушка не было. Ну, дед Флойд, мой дед. На деда прозвали. На что ловил? На деда. Все понятно.
Отлично. Подсекай. Оставлю, не оставлю. Ветки клюют, они такие. Бывает надежно. Гуси-гуси, га-га-га. Можно. Один говорит, невкусные. Сейчас попробую. А, вышла, Саш. Шла за блесной, ты подошел, она так бэм, развернулась и ушла. Можно. Шла. Да. Опа, опа, опа. А, сошла. Ударила все-таки. Я же говорил, шла, вот она тут и стояла. Видишь, пока вы там жаб кормите лебедями. Лебедями. Оба. Вышла, но не взяла. Вот тут. Не знаю. Вон муть подняла такая. Мне сейчас сказал, поставлю убийцу. А ты мне не поверил. Мутняк такой подняла. Развернулась. Опа, оп, оп, оп. Коряга. Хреново. Приманку жалко. Дорогая, их нету, они сняты с производства. А? Не скажу. Без вариантов. А нет, с вариантами. Меняю стили проводок. Разными приманками, от очень пассивных до агрессивных, с разными паузами. Это иногда или выйдет, или тюкнет, и на этом все. Такой довольно упористый. Ну, он такой упористый. Да. Тут развернулась, мутняк такую подняла. Да, тут вообще мелко, там глубже. Вон опять, смотри. Видел? Понял? Понял? Смотри. Как тебе? Ну, мелко здесь сейчас. Ну, а что там еще мельче и выходил. Нет, вот тут. Ну что, друзья, вот это... пока тишина, рыбка поклевывала, но очень-очень слабенько. Сейчас вот решили попить чайку, перекусить, еще часик потом походим и уже будем собираться. А так, рыба в коматозе, периодически делает выходы, разворачивается и уходит.
несколько шнурочков поймал, и пока все. Какая киска пришла. Ой, а нечего мне тебе дать. Мы все съели, подружка. Все сожрали. Погода огонь, друзья. Погода просто класс. Так бы, если бы еще не ловилось, сидеть и кайфовать, ловить щуку. Ой, было бы огонь. Сижу на пеньке, рыбу ловлю. Огонь, друзья. Просто класс. Если бы еще рыба клевала, берег водоема, классная погода, лес. Ты на пеньке сидишь, ловишь рыбу. Вот рыба не клюет. Не все удовольствия с разом просто. Пока резина показывала лучший результат сегодня. На нее больше всего реализации было. И все было на равномерной проводке, медленной. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, сход, ребята, сход. Была поклевочка. Сход. Сход. Не засеклась, не просела. Махонькая была. Видать, держалась, пока катилась, пока пасть не открыла. Как это? Ты не тени, не знаю. Не, мы тогда уже ловили вот эти все вещи, джибы в том числе, они уже вообще были сняты с производства. А джибы потом какая-то фирма начинала делать для России исключительно. Оп, 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 ребятки, есть, есть. Вот так вот, Санька, учись у пацанов рыбов ловить. Профи в городе и на рыбалке. Вот такой шнурочек. Давай сфоткай, Миш, что ли. Ребятки, вот такая малышка красавица. Вся покоцанная, поцарапанная. Ну что, друзья, закончилась рыбалочка. Зимний день короткий. Солнышко быстро заходит. Рыбку половили, поймали. Немного. Саша даже попал на короткий выход. За полчаса взял 6 штуки, несколько выходов было. Я несколько штучек поймал, много было выходов. Ну, рыба сегодня малоактивная, но тем не менее, все было классно. Погода огонь, рыбалка огонь. До новых встреч, друзья!